Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на нашей конференции. Сегодняшняя конференция называется «Голоса Евразии». Она посвящена творчеству, то есть самая главная идея — это поделиться своим творчеством, выслушать своих коллег, получить какой-то фидбэк. Проходит это все в рамках нашей пятой уже Евразийской недели культуры в Лондоне. И у нас есть такая чудесная возможность пообщаться онлайн, объединиться, поделиться своими эмоциями, своим настроением друг с другом. Сегодняшняя конференция проходит в рамках... У нас есть основные спикеры, которые сейчас немножко выступят, и потом у нас также есть возможность выступить в рамках открытого микрофона. Запись в рамках открытого микрофона можно делать прямо в чате. В общем, в чате вы пишете, что вы хотите выступить, и мы, соответственно, предоставляем вам слово. Слово представляется, пожалуйста, на 3 минутки. Будем рады, если вы не будете задерживать своих коллег, и у всех будет возможность поделиться и рассказать. Вот. Ну, а я сейчас... Сегодня меня зовут Анна Ларида, я буду вашим модератором, и сейчас хотела бы предоставить слово нашему исполнительному директору Татьяне Шевченко, которая тоже скажет парочку приветственных слов. Да, всем добрый день. Кстати, потихонечку я все-таки переименовываюсь в Тайну Каунис, возвращаюсь к своим финским корням. Выяснилось, что я на 20% финка, и бабушка у меня, оказывается, была финкой. Вот чего не ожидала, того не ожидала. Ну вот, заодно сделала экскурс в семейную историю. Теперь знаю немножко больше. Вот, так что, если вы видите, что я как-то по-другому называюсь, не удивляйтесь, пожалуйста, это медленное, наверное, переименование. Большое спасибо Анне за организацию сегодняшней встречи, за ее готовность модерировать Zoom-конференции. Это не всегда просто. И всегда, знаете, так рука дрожит над кнопкой «выключить звук», потому что вроде бы и хочется еще больше дать, и ты понимаешь, что регламент 3 минуты — это немного. Поэтому, да, действительно, давайте будем взаимовежливыми и постараемся сделать конференцию максимально приятной. Всем привет из Великобритании, город Рагби. Очень рады вас приветствовать. Сейчас занимаемся как раз организацией проведения мощных мероприятий. Вчера была презентация гильдии в Asiatic Society. Было здорово. Нас как раз пригласил наш первый председатель Дэвид Уильям Перри. Было очень приятно пообщаться, поговорить с людьми. Надеемся, что 8 числа все, кто сможет присоединяться к нашему гала-ивенту, который пройдет в Лондоне. И, разумеется, мы очень рады приветствовать всех, кто сегодня здесь. Без вас, наверное, не было бы смысла проводить вообще какие бы то ни было мероприятия, и без каждого из вас, наверное, не было бы смысла в существовании самой гильдии, потому что мы все-таки работаем для людей, мы стараемся объединять вас без вашего творчества, без вашей энергии, без вашего желания что-то делать, как-то развиваться, участвовать в проектах, ездить, общаться, даже элементарно встречаться в Zoom и делать посты в соцсетях. Без всего этого мы бы, наверное, были бы лишены смысла как организация. Поэтому огромное вам спасибо. Вы себе не представляете, как мы ценим каждого из вас, с какой надеждой мы каждый раз ждем встречи, когда мы к вам приезжаем, когда мы стараемся проводить какие-то очные мероприятия, которых не хватает. Ну вот давайте сегодня поделимся творчеством в таком международном формате. Приятно знать, что здесь у нас собрались люди из многих-многих стран. Я даже, наверное, не у всех знаю страну, из которой к нам присоединились. Приятно видеть как знакомые лица, так и абсолютно новые, потому что абсолютно новые для себя лица я тоже сейчас открываю, и это здорово. И давайте... Хотя что я болтаю, давайте уже перейдем к творчеству, и бог с ним, с моим личным частным мнением. Анна, возвращаю вам микрофончик, модерируйте. Спасибо большое, очень здорово, да. И первым мы хотели бы, наверное, послушать члены гильдии из Франции, Кэти Кайрес. Пожалуйста, микрофончик ваш. Мне кажется, вы не включили микрофончик, потому что я вижу, что губы двигаются, но звука, к сожалению, нет. Да. Сейчас включено? Да, все есть. Всех приветствую, всем хорошего дня. Благодарю гильдию, что меня пригласили и дали возможность рассказать. Я на 10-й конференцию отправила свою лирическую повесть. Хочу сказать несколько слов о ней. Это повесть о судьбе совсем юной девушки, которая совершила побег из дома, потому что ее хотели выдать насильно замуж за старика. Сила ее характера, страсть и жажда жизни делают ее смелой.
очень смелой. И она проходит много этапов жизни для того, чтобы победить. Я сейчас могу прочитать отрывок. Не знаю, как уложусь в 3 минуты, но буду очень стараться. Маленький отрывок из повести. Это как раз момент ее побега. Вдали показалось здание. Бежала напролом, не замечая, как колючие ветки хлещут и царапают мое тело, выдирая не только... Сейчас, одну секундочку. Выдирая не только клочья из моей одежды, но и пряди волос. Прочь от страшного старика. Я не дам себя поймать. Лучше умру. Ночь. Не хочу, чтобы ты кончалась. В темноте мое спасение. Но сколько бы я ни молила, чтобы задержать спасительницу, рассвет уже приближался, и мне следовало торопиться. Вдали показалось здание вокзала. Осталось совсем немного. Наконец-то добралась. Я пробиралась к вокзалу с особой осторожностью, прижимаясь к деревьям и домам, чтобы меньше быть заметной. Мой вид ужасал. Платье изорвано, руки и ноги в кровоточащих царапинах, волосы торчат в разные стороны. Ничего общего с той чистенькой, аккуратно одетой девочкой, что покинула свой дом. Я напоминала бродяжку. Вокзал в этот час был почти пуст. Я осторожно вошла внутрь, огляделась. Ничего подозрительного. Медленно передвигаясь по краю большого зала ожидания, я старалась не привлекать внимания. На скамейках спали ждущие своего поезда люди. Между рядами ходил полицейский. Он заметил меня и принялся внимательно рассматривать. Резко опустив голову, я направилась к выходу на платформу. «Стой! Слышишь? Я приказываю тебе стоять!» Полицейский шел за мной, ускоряя шаг. «Да ты не как та девчонка, за которой охотится весь район!» Мое сердце не выдержало этих слов. Оно билось так сильно, что его стук в голове заглушал слова полицейского, и я побежала. Он гнался за мной, но худенькая, юркая девочка была проворнее низенького и толстого, как колобок полицейского. Расстояние между нами все-таки сокращалось. Однако я не знала, куда мне бежать, и это снижало мою скорость. Пухлая волосатая рука с короткими, грязными и жирными пальцами схватила меня за рукав платья. «Не уйдешь, маленькая стерва!» Я уже ничего не видела и не чувствовала. Собрав все силы, что у меня остались, резко отскочила в сторону, и клочок от моего платья остался в руках полицейского. Прямо передо мной медленно набирал скорость, отъезжающий от станции поезд. Это мой последний шанс. Без колебаний я бросилась чуть ли не под колеса. Бросок был спасительным. Собрав всю силу моего здорового тела, я сумела перескочить через рельсы перед надвигающимся поездом и оказалась на другой стороне платформы, где мимо меня уже на изрядной скорости проходил грузовой состав. Двери его пустых вагонов были приоткрыты. Крики, доносящиеся с платформы, шум поезда, страх – все смешалось в моей голове, и я, не раздумывая, подпрыгнула, вскочив в один из вагонов. Упав на грязный пол, долгое время не могла пошевелиться. Мое израненное тело и измученная душа испытывали такую боль. Я так и лежала, долго-долго уткнувшись лицом в пыль, а поезд набирал скорость, унося меня в никуда. Ритмичный стук колес, подтверждающий, что он мчится на огромной скорости, успокаивал, вселял надежду на спасение и был для меня чудесной музыкой, которую я запомнила на всю жизнь. Впервые за многие дни на моем лице появилась улыбка. Смогу ли я смыть грязь и найти пристанище? Мне было неизвестно. Вот такой отрывок на ваш суд. Спасибо большое. Я думаю, что можно, кстати, писать свой фидбэк тоже в чате. Не стесняйтесь, будем рады вашим комментариям. Я думаю, что авторы только будут благодарны за них. Вот. Но сейчас хотела бы переместиться немножечко чуть дальше и, наверное, в Израиль и послушать нашу прекрасную Викторию Леви. Здравствуйте, дорогие!
Мне всегда приятно участвовать в творческой неделе в Лондоне. Однажды удалось даже побывать там. И воспоминания об этом всегда греют мое сердце. Ну, а поскольку творческая неделя – это творческая неделя, то мое решение на сегодня – это прочесть самые последние, свеженькие, еще, может быть, даже где-то не оформившиеся стихотворения, написанные вчера, сегодня. Значит, первое стихотворение, которое я хочу вынести на ваш суд сегодня, называется «Тиберийское». И дело в том, что мы с мужем вернулись с Твери, с Тиберианского озера, Галилейского моря. Вот. И вот по свежим впечатлениям. «Так осторожно, что, по сути, не дыша, уехать в Тверию, к базальтовой светлице, где темным камнем управляется душа и где Кинерет у подушек голландцам мнится, там голубая даль, там, как во сне, который снился да забылся, волны моторных катеров гудят во мне, и бриз озерный вздохами наполнен. Я даже в воды не сойду, я, как монах, сокроюсь в келье от базальтовых историй, печуг горластых, что щебечет на ветвях, я поприветствую уральских акваторий, и в том краю, где виноградный сок меж нас вином струится, юн и грешен, я, наконец, всплакну, что мне в висок жестокий мир не целится, как прежде». Вот, это первая вылазка в свободу, да. Ну и дело в том, что сейчас я занимаюсь на всяческих литературных курсах, и прозаических, и драматических, и критических, и поэтических, и там нам дают домашние задания. Это очень удобно, это стимулирует как бы сесть и написать. Вот такое стихотворение я села и написала на строчку «Из Мандельштама золотистого меда струя из бутылки текла». Золотистого меда струя из бутылки текла, плазма солнца стекала с небес и в волне остывала, и была ты любимой, наивной, глупой была, и стремилась душа твоя в суть мирового начала, там, где мед из бутылки, и бьется стреноженный день меж губами твоими его и горящую горстью, там, где мелочи жизни уже не живут в дребедень, превратясь, прислонялась к плечу запоздалого гостя. Где ты был, как ты жил, где ты меда не пил без меня, как дышалось тебе в том миру, где меня не хватало, там, где вечные волны жары, там, где страстью огня, золотистого меда струя из бутылки стекала. Ну, спасибо за внимание, у меня все. Спасибо большое, очень чудесно, здорово. Ну, а теперь хотела попросить выступить у нас нашу замечательную Нелли Копейки. Ну, и пожалуйста, Нелли. Друзья, ой, сейчас, минуточку. Приветствую всех, рада всех приветствую. Я российский писатель из Москвы, Нелли Копейкина. Обычно, в общем-то, так вам немного, вернее, известно, надеюсь, известна моя проза, а я теперь хочу себя представить как поэта. Пишу разное. Вот сейчас как бы прорекламирую даже свою прозу. Для взрослых писаны мои рассказы, плюс 18, ценз их возрастной. В чем тут подвох? Поймете вы не сразу. Мой слог обычен, как капель весной. Ах, вот оно! Эротика вкрапилась, и даже секс, и плутовство, и ложь, и брошено читателю на милость такое, что порой бросает в дрожь. Но это жизнь. Она бывает всякой, не все в ней ровно. В ней добро и зло, иной живет, как дикая собака, иным поболе, может, повезло. Не занимаюсь выдумкой сюжетов, пишу о том, что лицезрела я. Я там была, но надо знать при этом, что это там, за гранью бытия. Моя душа влечет
несут меня куда-то. Я вдруг вхожу в чертог чужой души, потом другой. О, как я виновата, читаю души, рою своих груши. Хочу писать о чистом, благородном, но увядают росы, бьются вазы. Да, нечистоты жизни плодоводны, а потому грязны мои рассказы. Это я вот так, таким образом, призываю вас почитать мои рассказы на Проза.ру, публикуюсь. Ну и в разных издательствах, Озон, Амазон, можно почитать в открытом доступе все. Кем иногда философствую, кем стану я, когда умру? Кем стану я, когда умру? Когда шагну за грань предела? Когда смерть, выиграв игру, в гроб бросит маленькое тело? Куда умчусь? В какие дали? Вдруг, перейдя границу круга, меня оставит навсегда ли жизнь, милая моя подруга? Скорее, дав передохнуть, метнет меня в другое тело. Вновь нарожусь я где-нибудь, в круг бытия шагну несмело. Я вязну в путанице грез, предположение меняю. Возможно, как певал Бернес, вне времени, вне... И я готовлюсь окунуться в сказку. Каков той сказочки финал? Что ждет нас в вечной круговерти? Наверное, лучше, чтоб не знал никто, что будет после смерти. Этот вопрос, кстати, я не то, чтобы потом по уходу моих друзей ушло много с этим коронавирусом, а этот вопрос я задала себе в 5 лет. Я пишу с детства, как-то вот это вырывается. Ну и вот все еще ищу этот ответ. Пишу о любви, но, как правило, не о своей тоже, но это я нигде, никуда не выплескиваю, нигде не публикую. Естественно, я тоже влюбчивый человек. А вот о ком-то другом меня уносят, как правило, даже в какой-то 19 век. Добрым майским вечерком вы сидели за чайком и вдыхали аромат. Под окном прекрасный в нежном трепете цветы, ей лебнув глаза. Мне кажется, возникли небольшие технические проблемы с интернетом. По-моему, не только Нелли зависла у меня. Вот, но в любом случае мы были рады ее послушать. Она, по-моему, даже у нас вылетела из конференции. Но в любом случае спасибо ей за произведение, за работу. И будем двигаться немножечко дальше. И мне кажется, литература невозможна была бы и без иллюстрации, без визуализации. И я бы хотела попросить, тоже не уходя далеко, так сказать, российскую художницу Розу Ретт немножечко поделиться своим творчеством и рассказать о себе. Добрый день. Меня слышно? Да, все есть. Добрый день, меня зовут Роза Ретт. Я художник из Москвы. Свой творческий путь я начала буквально в зрелом возрасте. Вот, когда поехала экспедиции в горы, Млечный Путь. И вот после таких переживаний начала писать картины. Мои картины сейчас выставляются в Америке, в Италии, в Китае первые места заняли. Как оно приходит, творчество, как бы оно, картина зарождается. Вот я последнее время была, в 2019 году, в Америке, в Майами, выставка была. И после выставки написала 11 картин серии «ДНК Майами». Если что-то со мной происходит, и что-то меня трогает, и я на эту тему начинаю писать. И меня в этой картине
в этой серии поразило то, что Джулия Татл, она, как бы сказать, открыла этот остров, сейчас как апельсиновый рай, благодаря своему, как бы сказать, способности реализовать себя как бизнес-леди. Поэтому мои картины, они исходят из живых каких-то ситуаций, которые происходят со мной. Сказ о Третьяковской галерее я написала, когда с внучкой сходила в Третьяковскую галерею, потому что творчество, живопись, она меняет людей. Люди заходят в галерею, они печальные, смотрят, стоят, а когда заходят, они становятся как детьми, они окрыляются, от них идет свет, сияние. Это, как бы сказать, это состояние, которое я увидела, и мне захотелось это состояние передать в картины. Ну, таким образом, вот, как бы сказать, мои картины рождаются. Спрашивают, как рождается картина? Вот таким они образом рождаются. Вот. Меня опубликовали в журнале «Галерея 21 века». Вот. Оно издается в посольстве. После этого, после этой публикации, начали приглашать разные выставки, и мои картины начали покупать. Сейчас выставка идет в Голландии. Также вот Арт Базели мне пригласили вот в 21 году, если смогу, в ноябре. Хочу тоже там участвовать. У меня есть картина «Центр Вселенной». Меня всегда завораживает космос. Космос – это частица нашей души. И я написала картину «Триптих», «Центр Вселенной». И здесь как раз происходит зарождение. Ну, у меня сзади вот эти есть картины, но их очень много, наверное, не видно. Если вы зайдете на сайт rosared.com, там вы увидите все мои картины, которые были выставлены. Вот. Что хочу сказать? Хочу сказать, что никогда не поздно писать, творить, потому что это внутреннее состояние людей, а это состояние меняет нас, меняет окружающий мир и меняет всех нас. Поэтому я вам желаю всем, чтобы каждый нашел свою, как бы сказать, красоту души и таким образом поделился со всеми. Вот с вами была Роза Ред. Рада знакомству. Пишите. Всего доброго. Спасибо большое, очень здорово. Можно, кстати, я вижу, что наш чатик оживился, очень здорово. Сейчас будет тоже звать выступающих, но не стесняйтесь тоже писать ваши сайты, обмениваться контактами. Сегодняшняя конференция как раз-таки создана для этого. Поэтому только welcome. Ну и переходим, как говорится, к нашему открытому микрофончику. Вот. И первый у нас желающий, я не знаю, как сказать имя человека, будет здорово, если как вы будете писать ваши имя, фамилию, как сказать, чтобы можно было понять по никнейму, кто это, но первый желающий у нас PC 120-120, поэтому, пожалуйста, микрофончик ваш. Предоставляю вам слово. Кажется, у нас на данный момент уже нету данного аккаунта, но думаю, что либо он переименовался, либо вернется чуть попозже. Тогда идем немножечко дальше. И хотели бы предоставить слово Альбине Акбаровой. Так что, Альбина, пожалуйста. Здравствуйте. Меня видно? Слышно? Да, все чудесно есть. Все, хорошо. Очень рада со всеми познакомиться. Спасибо предыдущим авторам. Не буду долго занимать время. Моя книга, которую я сейчас пишу, называется «Ленивая балерина в стране чудес». Она о девушке-балерине, которая работает преподавателем танца. Вот. И одна из глав посвящена ей и ее подруге. В общем, поехали. Ранним субботним утром Вера, одетая во все черное, с черной кепкой на голове, вышла из дома. Она прошла мимо киоска с газетами, предварительно низко склонив голову. Сегодня она должна быть неузнаваема. Правда, сонному продавцу было совсем не до нее. Вера села в автобус, проехала 4 остановки, вышла на Сент-Мари-Па и дворами прошла к дому Нины.
По плану Вера должна затаиться неподалеку от дома подруги, чтобы проследить, куда направится Мартин. Ох, и не по нутру ей это все. Она как будто предает Мартина, но с другой стороны, Нина ее подруга. В общем, Вера оказалась меж двух огней. В прошлые разы Мартин уходил из дома не раньше обеда, но сегодня он засобирался ни свет ни заря, и Нина сразу отправила СМС Вере. Хорошо, что Вера не спала, иначе пропустила бы сигнал о начале военных действий от подруги. По правде, Вера всю ночь не сомкнула глаз и сейчас чувствовала себя как зомби, который вот-вот отключится. Она могла бы уснуть и здесь, на посту, если бы не утренний, пропитанный влагой после дождя холодный воздух. Ее тело покрывалось мурашками даже под джинсами и теплой толстовкой. Мартин вышел из подъезда в 8:30 и поспешил к остановке. «На автобусах к любовницам не ездят», — подумала Вера. «Или он встречается со студенткой?» Вера сразу одернула себя. «Что за чушь? Промотаются за бедным Мартином по городу и поймут, что ни в чем ужасном он не замешан». Почти сразу из подъезда пулей вслед за мужем вылетела Нина в спортивном костюме и с взъерошенными волосами. На ходу она натягивала на голову черную шапочку, которая еле прикрывала ей макушку. Бог знает, откуда она ее взяла. «Шапка сына», — объяснила Нина, — «маловато». «Не то слово», — сказала Вера, — «ты как раввин, кудряшек сбоку не хватает». «Не смешно», — серьезно ответила подруга. «Видимо, сейчас ей и вправду было не до смеха». «Ладно», — подумала Вера, — «пусть это недоразумение скоро закончится, и они все дружно посмеются над этим». «Что теперь, мисс Марпл?» — спросила она. «За ним», — скомандовала Нина. И девушки засеменили к остановке. Подошел автобус, направляющийся в центр города. Мартин прошел в салон. Нина потянула подругу к пыхтящему старому автобусу. И под шипение Веры: «Ты что, с ума сошла?» девушки юркнули за ним вслед. «Тихо ты, отвернись и стой, не смотри на него, и он не заметит. Иди сюда», — сказала она вполголоса. И девушки встали у окна спиной к Мартину. Сам он стоял лицом к хвосту салона. 8 остановок, почти 30 минут обливания потом и периодически возрастающей вероятности, что их план сорвется, когда Мартин оборачивался в их сторону. Если бы он вгляделся в двух странных девиц, которые то шепчут что-то друг другу в уши, то украдкой оборачиваются и глядят на него, то все могло бы закончиться прямо здесь, в автобусе. Но, к счастью или нет, Мартин был погружен в собственные размышления. Все, это на этом все. Это ровно 3 минутки. Я старалась не отрываться от регламента. Вот. Спасибо большое. Спасибо вам большое, здорово. Очень рада была познакомиться с вашим творчеством. Спасибо. Вот, ну а дальше мы возвращаемся, да, к Елене Осиповой. Это у нас наша PC 120-120. Елена, пожалуйста, микрофончик ваш. Будем рады вас тоже. Только микрофончик нужно включить, пожалуйста, потому что у вас не включен, а губки шевелятся. Слышите? Теперь слышите? Да. Да. Есть, да. Да. Меня зовут Елена Осипова, я из Беларуси. Город такой есть у нас на севере Беларуси, глубокий, маленький, провинциальный. Достаточно интересно, если кто-то когда-то зажелает, можете приезжать к нам. У нас весной, летом проходит международный фестиваль, вишневый фестиваль, поэтому... Закончится пандемия, приезжайте в гости. Я вообще вот первый раз общаюсь с людьми, которые соприкасаются с творчеством на таком уровне. Мне очень интересно. Моя работа связана совершенно с другой сферой. Это семейное неблагополучие, это неблагополучные дети и правонарушители. Пишу стихи редко, написала прозу. 2 рассказа, издала книгу. Юрий Елхов, которому я показала свои рассказы, порекомендовал мне поучаствовать в конкурсе вот этой евразиатской гильдии. Но я раньше даже не знала, что есть такой конкурс, что вообще есть какие-то литературные сообщества. Знала, конечно, но не знала, что да как. Ну вот, благодаря ему я... вот сейчас общаюсь с вами, скажем так. Мне очень интересно и приятно наблюдать за вами. Что я могу предоставить, это, ну, чтобы познакомить вас со своими какими-то творческими задумками, своими творческими мыслями, это стихотворение. Соответственно, про осень, у нас за окном осень, поэтому вот я бы вам прочла свое стихотворение.
Осень в обнимку с дождем гуляет по городу и забирает по капле тепло день за днем. Расстилай ковер из грязного мокрого золота, принесет на ботинках лишь желтый мой дом. Как воровка минуты крадет утром, вечером, каждый день угасает, как жизнь, и уже не вернешь. Серых дней паутину плетет заговорщицки в сумерках, не испортит ее затянувшийся дождь. Осень знает цену пророчествам. В суматошной листве закружит одиночеством. Заунывные ветры в дом просятся. Так настойчиво в окна стучат и куда-то уносятся. А руками до него дотронуться хочется и на ощупь узнать все тайны о нем. Знаю, осень опять уходить не торопится. Стрянет в зиму холодным дождем. Осень, осень, ты грусти попучится. Подружиться с ней вряд ли получится. Может быть. Но ведь чаем и пледом согреет потом. Спасибо большое. Спасибо большое, чудесно. Рады были с вами познакомиться. И мы не уходим далеко от Беларуси, да, тоже хотим предоставить слово Анастасии Кузьмичевой, нашему старому тоже другу. Анастасия, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте, я тоже из Беларуси, только из Минска. И, как говорила замечательная художница, я хочу ее добавить только одним словом. Здесь много творческих людей, а так как я выросла в семье, где у меня все были родственники, как говорится, и музыка, и художники, и я пошла в литературу, в другую стезю. Мы все там перемешались. Но я хочу сказать, что творческие люди не должны писать в стол. Это самое главное для каждого творческого человека. Надеюсь, меня все поддержат. Каждый творческий человек должен находить выход. Я нахожу выход, стараюсь, пытаюсь и всех привлекаю за собой красную дорожечку. Ну, а сейчас поэтому просто хочу прочитать вам свое стихотворение. Я... как говорится, тоже пишу стихи давно. Называется «Вальс мечты». Любимые, а может из-за вас, от вашей суеты и громких слов, идей своих я не танцую вальс, мечты не вижу в точности углов. Я вас люблю, но вальс лишь у икон, и только свечи, свечи, образа, хоть сердце бьется, пульс похож на стон, и не могу мечтам открыть глаза. Свернуть нельзя, хоть с грустью, но вперед. Учу движение. Будет счастье, вальс. Ко мне Господь с улыбкой подойдет. Мадам с мечтой, приглашаю вас. Вот такое маленькое самореклама. И всем, всем того же совет. Спасибо, спасибо, Анна. Спасибо большое за такой позитив, абсолютно с вами согласна, да, не нужно писать стол, нужно больше рассказывать, делиться, не знаю, творческие люди — это особенные люди, и их энергетика поистине прекрасна. Ну, а сейчас, да, мы идем дальше, и хотели бы предоставить слово Альстранс, пожалуйста, микрофончик ваш. К сожалению, вас пока не слышно. Не слышно? Вот сейчас все есть, есть. Слышно? Есть. Нет? Нет. Сейчас слышим, да-да-да, все хорошо. Что мне сделать? Нет-нет-нет, у вас микрофончик был включен, мы вас слышали. Еще раз включите, пожалуйста, микрофончик и... Нет, вам нужно в зуме в самом микрофон включить, потому что у вас вы до этого включали. Наушники, все, как сказать, хорошо, вот теперь микрофон на компьютере. Нет, пока не слышно, нет, микрофон не включен. Там на компьютере внизу есть такой микрофончик, включить звук. А, вот сейчас лучше. Вот. Да, мы вас слышим, только, наверное, вам лучше одеть наушники, чтобы вы слышали еще, наверное, нас, может быть, да? Я вас слышу очень хорошо. А, все, чудесно, тогда вижу, все. Наслаждаюсь. Супер. Вашей внешностью. Супер. И всеми.
Я тоже буду краток. Я приехал из Ленинграда в Израиль. Я живу, проживаю в Израиле более 40 лет. Метаморфоза случилась в промежутке этих лет. Уехал, оставил Ленинград, а вернулся в Санкт-Петербург. Кстати, мой дед родился в Петербурге, отец в Петрограде, а я уже в Ленинграде. Итак, я в Израиле 40 лет, я врач-офтальмолог и пишу в основном литературу, рассказы, публицистику и вышло несколько романов, которые переведены на английский и на иврит. Я хочу просто не занимать много времени, а дать коротенькие заметки из практики офтальмолога. Меня слышно? Да? Все слышат? Спасибо. Да, все хорошо. Короткий рассказ из практики офтальмолога. Однажды вечером после работы, я много лет работаю глазным врачом в поликлинике, я зашел в супермаркет. Вдруг слышу позади меня радостный вопль. Обращаюсь, оборачиваюсь, некий незнакомый мужчина. «Доктор, какое счастье, что я тебя увидел. Я твой старый пациент. Вот посмотри, что у меня в глазу. Смотри, смотри, весь глаз красный». Да, я вижу, вероятно, воспаление. Уважаемый, обратитесь к глазному, надо проверить причину. Доктор, так ты же есть глазной? Скажи, что делать? Тут, простите, я сейчас не на работе. Что значит не на работе? Врач, он 24 часа врач. Второе. В мой кабинет входит пожилая дама. Здравствуйте, доктор. Я стала плохо видеть. Что делать? Прошу вас, садитесь перед прибором. Я проверю. Госпожа, у вас катаракта. Что делать, доктор? Нужна операция. Ну, я боюсь операции. Операция несложная, но можно подождать. Зрение у вас еще приличное. Но, доктор, я плохо вижу. Значит, нужна операция. Но, доктор, я боюсь. Тогда нужно подождать. Но я плохо вижу. Значит, нужна операция. Но, доктор, я боюсь. Ну, тогда можно подождать. И этот диалог затянулся на полчаса. Наконец, дама поднялась и у двери злобно посмотрела на меня. Мой внук работает в Вайнет. Программа новостей. Я напишу жалобу на вас. Как вы не умеете ничего объяснить вашим больным? Через неделю получаю письмо от дирекции поликлиники. На вас, доктор, поступила жалоба, что вы невнимательны к вашим пациентам, не готовы их выслушать и дать ответ на их вопросы. Просим ответить немедленно. Я подумал и написал ответ дирекции на 3 листах. Доктор, я плохо вижу, что делать. У вас катаракта, нужна операция. Но я боюсь. Тогда можно подождать. Но я плохо вижу. Значит, надо оперировать. Но я боюсь. Дирекция удовлетворилась моим ответом. Спасибо большое. Это короткие заметки. Как у Чехова. Почти. Спасибо большое за такой рассказ. Очень интересный. Очень здоровский. Я очень дальше. Что я член гильдии, я не получил, правда, никаких значков еще и регалий, но, наверное, все-таки раз я с вами, это все придет в ближайшее время. Так я понял. Ну, мы надеемся, что границы будут более открыты, и, может быть, мы тоже как-нибудь приедем в Израиль с встречи, организуем, будем только рады. Вот, а так пока только онлайн. Это хорошо. Спасибо большое. Всем-всем. Вам спасибо. Ну, а следующая у нас в чатике идет запись, да, и у нас следующая Юлия Роскошная. Юлия, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно? Здравствуйте, здравствуйте, все хорошо, мы вас слышим, все здорово, да. Так, хочу представиться, меня зовут Юлия Роскошная, я живу в Харькове, но в этом году собираюсь переезжать в Одессу. По образованию я драматург, соответственно, сегодня я хочу зачитать монолог из своей, одной из своих пьес. Пишу с 2006 года, пишу на самые разнообразные темы. Вообще, как я всегда говорю, мои книги нужно всегда анализировать, так как в любом тексте есть подтекст. Итак, я могу начинать монолог? Да, все, микрофончик ваш, слушаем вас.
монолог из комедии «Некоторым нас не понять». Это комедия из... Это пьеса. В этой пьесе затронута еврейская культура. И, соответственно, это монолог еврейской женщины по имени Роза. Итак, представьте. Одесса, привоз. И что они идут покупать рыбу у Сары? Разве у нее рыба? Нет, у нее дешевле. Вот у меня рыба свежая, но дороже. Так они хотят покупать свежую рыбу? Говорила мне вчера Сара, что сегодня у нее рыба будет стоить дешевле, и она таки подешевела. Чувствую, у меня рыба подешевеет завтра, ведь сегодня нет никакой торговли. Весь мир! Сегодня же сын с семьей приедет, а я здесь. Мне же еще нужно сделать базар. Как же я давно не видела своего старшего сына. Как он там живет в своей Америке? Говорила я ему, не нужно никуда ехать. Так не послушал же. Америка, Америка. Ну, была я в той Америке, и что? Там даже не воруют. На что же они там живут? Ой, чувствую, сынок имеет счастье в своей Америке, как и я в своей торговле. Или я не знаю, как она жить вдали от своей мамы, да еще в другой стране. Надеюсь, мне удалось вас развеселить. Благодарю за внимание. На этом будем прощаться. Спасибо большое за такую актерскую подачу. Действительно, я сказать, прочувствовали, я думаю, что очень здорово. И следующая у нас идет Эмилия Годжаева. Вот, пожалуйста, Эмилия. Здравствуйте. Добрый день, да. Нас слышно? Да. Да, мы вас приветствуем из Азербайджана. Меня зовут Эмилия Годжаева. Также со мной врач-нарколог, доктор Асиф Кенгерли. Доктор Асиф Кенгерли, очень рад со всеми вами познакомиться, я в том числе. Мы хотели бы прочитать вам небольшое предисловие из его пьесы, которая называется «Беда». Доктор Асиф Кенгерли хочет сделать это лично. Пожалуйста, я вам передаю слово. Здравствуйте, я очень рад вот в этом среде, прекрасном среде. Я хочу только прочитать предисловие. Обратить внимание людей, что наркомания, алкоголизм, табакомания, которые я в этой области пишу, может стать домоклым мечом. Давайте я прочту, потом скажу. Любой принимающий наркотики рано или поздно оказывается на распутье трех дорог. Первая ведет к могиле, вторая в Сибирь, то есть наркоман так называют тюрьму. А третья – к здоровому образу жизни. Принимая наркотики, прожить долго невозможно. Это люди не успевают состариться. После приобщения к наркотикам живут в среднем 6 лет, если это можно назвать жизнью. В истории многие народы подверглись геноциду со стороны других. Сейчас начался геноцид не какого-либо одного народа, а всего человечества. Наркомафия, выбрав в качестве мишени юношей и молодежи мира, независимо от языка, верований, расы, пола, места жительства, и уничтожает их. Человечество подвергается тотальному террору, тотальному геноциду. Наше здоровье, сформированное за века генофонд, нравственные этические ценности, национальный менталитет, институт семьи, наука, религия, материальные ресурсы. Люди, мы под домокловым мечом. Большой опасности. Вот я написал, когда у меня было 48 лет, был главврачом наркодиспансера, я начал писать, потому что невозможно было писать, потому что надо надо выражать то, что мы проживаем, и как бы доносить до людей, насколько это плохо, насколько это вредно для нашего здоровья, не только в профессиональном, но и в творческом, и в произведениях, и в книгах, в фильмах и так далее. Я написал 3 книги, которые там есть
вы можете видеть. Да? Ага. Здесь написано, доктор Асиф Кенгели написал три книги. Про табакомании, про алкоголизм, про наркомании. Потом перешел на более большую книгу «Беду». Я написал, я автор книги, а художница Эмилия Ханум. Я художник, я рисовала миниатюры и как бы иллюстрации к этой книге. Да? Доктор Асиф Кенгерли сделал огромный вклад в здоровье в нашего народа, нашего, как бы, нашего отечества, так скажем, потому что ни один врач-нарколог, может быть, даже их несколько, так как бы на весь мир, грубо говоря, которые так пропагандируют здоровый образ жизни, пишет книги, занимается благотворительностью и многими другими важными аспектами в данной индустрии, в данной сфере. Также доктор Асиф. Спасибо вам, что вы дали нам слово. Я очень вам благодарен. Мы рады со всеми вами познакомиться и будем дальше с вами сотрудничать и участвовать во всех ваших конкурсах. Спасибо. Спасибо большое, что выступили. Да, действительно, нужно поднимать и такие темы тоже. Это очень важно, чтобы и в творчестве, и везде, как сказать, люди об этом задумывались, это понимали. Думаю, что да, это действительно огромная тема. Вот. Можно тоже не стесняться, кстати, писать в чат свои контакты. Вы можете обмениться, не знаю, может быть, каким-то сотрудничеством, кооперироваться, и думаю, что это будет здорово. Ну, а сейчас хотела бы попросить выступить Регину Султанову. Пожалуйста, Регина. Здравствуйте, меня зовут Регина. Надеюсь, меня слышно? Да, все хорошо, слышно, видно, супер. Большое. В первую очередь хотела бы немножко представиться. Меня зовут Регина, как я уже сказала. Я представляю город Уфа. Это в России. Постараюсь быть краткой. Сразу перейду к стихотворению, потом скажу несколько слов. Мама, мамочка, я пишу сообщение с просьбой помочь, но не знаю, дойдет ли оно до тебя. Тут душно и плохо, нечем дышать. Мы одни, нас оставили здесь умирать. Не получится выйти, заперта дверь. Но верим, что взрослые придут нас спасать. Знала б я, чем обернется нам этот день. Я не хотела умирать, ты должна это знать. Пока ждали мы взрослых, вспомнила я все моменты из жизни недолгой своей. Мама, помнишь, ты утром будила меня, чтобы в школу собрать меня поскорей. Мам, признаться хочу, не сердись, ты прости. Ты старалась, готовила. Я не доедала, ты косички плела, а я распускала. Ты ранец купила, я растрепала. Не со зла, ты пойми, я же ребенок еще. Молю, чтоб спасатели быстрее пришли. Кислорода все меньше, уже засыпаем. Памяти о нас угаснуть не дайте. Друг за другом, как ангелы, мы погибаем. Мы горим, всех люблю, возможно, прощайте. Скажу несколько слов про это стихотворение. На самом деле оно появилось, наверное, как моя реакция на то, что произошло в городе Кемерово. Для тех, кто не знает, в России есть такой город, и там был торговый центр, который назывался «Зимняя вишня». И несколько лет назад он сгорел. К сожалению, также там еще и сгорели дети, люди. Это была очень большая трагедия для страны. Со своей стороны хочу сказать, что очень часто именно такие, к сожалению, трагические события заставляют меня писать мои рифмованные строки. На этом, наверное, завершу свое выступление. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что поделились своей работой. Даже не знаю, что сказать. Как сказать, очень грустная, да, действительно, была трагедия. Вот, но спасибо, что выразили мне так. Дальше, наверное, мы вернемся обратно в Израиль и послушаем Эйтан Адам. Пожалуйста. Добрый день. Только, пожалуйста, насчет ударения. Эйтан Адам, вот так будет правильнее. Спасибо. Итак, я живу в городе Хайфа. По образованию я математик-программист, но это не важно. Я здесь выступаю как автор. Итак, хочу прочесть два небольших стихотворения. «Марш полувека самому себе на 50-летие».
Свалив полвека с плеч долой, продолжу налегке за незабвенную звездой, за той, что вдалеке. Как лот, не оглянусь назад, там ничего не жаль. Перо, науку, автомат, учение, рояль. Подошвы старые стирай, заешь, запей, запой. И знай, шагай себе, шагай мерцающей тропой. Ах, звезды, звезды, светляки, кроссворд на небесах. А голос подлинненькой тоски шипит за мной в кустах. Один, как перст мельной, как гость в случайном кабаке. Упрям, как крест, жесток, как гвоздь в распятого руке. О, как легко, хоть на скаку, о, как легко воспеть беду, грозу, судьбу, тоску, терпеть и претерпеть. Но под отголосками беды не отравлю себя, за отголосками звезды безудержно следя. Если лишь звезда под шах, под мат укажет на скрижаль, перо, науку, автомат, ученье, руль, рояль. Это одно. А другое – это перевод, этический перевод знаменитого стихотворения «Ив» Киплинга. Это стихотворение переводилось многими авторами на русский язык, но поскольку ни один из переводов мне не понравился, я написал свой. Но когда я написал свой, оказалось, что последняя строка из перевода Лозинского подходит к моему просто как патрон в обойму, так что последняя строка не моя, а Лозинского. Итак, «Ты» из Киплинга. Ты будешь хладнокровен во смятенье, в дыму пожарищ и на тонком льду, во мраке клеветы и обвинений, ты из-за туч узришь свою звезду, ты не ответишь злобою на злобу, ты будешь ждать, не уставая ждать, не будешь восхвалять свою особу, и, слыша ложь в ответ, не будешь лгать, ты не отдашь всего себя мышленью, мечтая, не уступишь явь мечтам, ты встретишь поражение и свершение, как подобает этим двум лжецам, не удивишься, видя, как облиты твои слова слюною подлецов, а коль плоды трудов твоих разбиты, ты снова склеишь их из черепков, поставишь заработанное кровью, не ведая, как шулер тасовал, и проиграв, не поведешь и бровью, и вновь начнешь, как прежде начинал. Растеряешь в битве и в дороге мечту, надежду, сердце, силу встать, но встанешь на отнявшиеся ноги, когда лишь дух приказывает встать. В толпе ты не смешаешься с толпою, не будешь ждать подачек от царей, ничья рука не справится с тобою, будь то рука врагов или друзей. Услышав звуки судьбоносной лиры, ты каждой нотой подстегнешь свой бег, тогда ты станешь властелином мира. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Благодарю за внимание. Спасибо большое за такое интересное, сильное произведение. Дальше мы просим выступить Наталью Жигалову. Наталья, пожалуйста, будем рады услышать вас. Здравствуйте. Меня слышно? Да. Я рада приветствовать всех участников конференции и поблагодарить организаторов за возможность выступить и зачитать отрывок из своего произведения. Моя книга называется «Освобождение», и вдохновлялась я книгами Эрнста Молдашева, знаменитого российского окулиста-исследователя. Итак, отрывок. «Что есть человек? Что есть личность? Что есть душа?» — рассуждала Марина в запале. Это философские вопросы, на которые, казалось бы, нет ответа, либо они имеются, то представляет собой что-то вымученное, неестественное, основанное на материализме. Но ответить на эти вопросы можно исключительно на интуитивном уровне. Только душа знает и понимает. Душа постоянно дает нам подсказки о том, что нужно сделать, как нужно сделать и когда. Но, к сожалению, мы привыкли не слушать тонкий или еле слышный шепот души. Нам больше нравится слушать громкий голос разума, который твердит свое. А разум – это продукт чужих мнений и правил. Разум не знает, как лучше. Разум знает, как его научили, как надо, потому что так заведено. Но почему же тогда человек, постоянно прислушиваясь к голосу разума, чувствует себя настолько глубоко несчастным, одиноким и покинутым? Он же все сделал правильно, как его учили и как заведено,
Но задумывался ли когда-нибудь человек о том, кто заводил эти самые правила? Есть правила, прописанные правилах дорожного движения, есть правила, прописанные в Уголовном кодексе, но эти правила обеспечивают безопасность и гармонию в повседневной жизни. Есть разного рода правила, которые стоит придерживаться, хотя потому, что они спасают нам жизнь и не дают погубить душу. Но кто сказал, что зарабатывать себе на жизнь можно лишь на работе под чутким руководством начальника? Кто сказал, что нужно ходить на работу по строгому временному графику? Разве для этого появилась душа в новом теле на этот свет? Душа появилась на этот свет в новом теле, чтобы творить, развиваться. А что мы ей предлагаем взамен? Четыре стены, строгого начальника и график жизни, расписанный чуть ли не по минутам. На этом все. Огромная благодарность за возможность выступить. Все хорошо. Спасибо большое, Наталья. Следующая у нас идет Диана. Диана Перебицкая, пожалуйста. Здравствуйте. Очень приятно со всеми познакомиться. Я живу в Израиле. Я в этом году отправила на конкурс свой цикл стихов, посвященный театру. Я музыкант, и также я руководила детской театральной студией. Ну, в общем, стихи к этому отношения не имеют. Просто я увлечена театром многие годы, и поэтому и я такой цикл написала. Вот я хотела бы из этого цикла пару стихотворений прочитать. Замысел. Тучи светилу ветхому нимб облизали налысо. Тусклая висит монетка, только намек на замысел. В рубище пилигримовом, тучах, повисших космами, зреет почти незримая суть виноградной косточки. В мякоть небес просвечивать чьей-то рукой заброшено. Щурятся веки вечные, веет теплом, и, может быть, жизнь назови пригожую или дрожи затравленно. Только пролог, прихожая. Вешалка театральная. За сценой. Понедельник. Балет пылинок. Ликование в луче сквозном. Полуслипшиеся кулисы влажных век, утомленных сном. Пятен палевая палитра. И прохладой погладил лба ласка лодочка. Здесь разлиты лень и легкость, всплески забав, сладость. Нежная невозможность пробуждения, зависший миг. Аскорбинка яркой мимозы веселит и дразнит язык. Укоризненно солнце взглянет, до угла лизнув по стене. И не в школе. Лекарство в склянке, капли, градусник леденец. Пол холодный, босые ножки. И с разбегу из-за кулис чистотой в ледяную пошлость, лбом в жестокую. Пустую, жесткую жизнь. Играя короля. Еще кулисы таинства полны. Послушен зал. Еще сюжеты новые. Но манна снизошедшей тишины тебя благословит на полуслове. Качнется сцена. Поплывут пажи, балы, интриги, тризны и парады по времени. С собою не спеши прикармливать распяленную рампу, пока скрипит вращающийся круг и цепенеешь времени внимая. Сценарий, ускользающий из рук, не стоит напряженного внимания. Еще в корзинах солнечных садов твои цветы, шампанское фонтана. Пусть время пчел, не бабочек, зато созреет мед, налившись духом пряным. Зато неторопливо листопад, зато над угасающим Версалем раскручивает красный акробат, коронная, немыслимая сальто. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Переходим дальше. Возвращаемся в Москву опять. У нас следующий Александр Захаров. Александр, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Надеюсь, меня слышно. Все прекрасно, вас слышно, чудесно. Рад всех вас видеть, рад всех вас слышать. И, соответственно, предыдущим ораторам я хотел выразить огромный респект
Ребята, вы большие молодцы. Прямо глоток свежего воздуха, прямо глоток реально хорошего творчества. Продолжайте творить, и это реально здорово. Ну и позвольте мне представиться. Меня зовут Александр Аристарх Захаров. Я певец, поэт, композитор, писатель. Сейчас я, собственно, говорю с вами из студии, где, в общем, проходит основная моя работа. Выпустил несколько книг. Вот, соответственно, один из моих последних романов – это «Если бы у меня были крылья» девушки с Алтая, которая всю жизнь мечтала о крыльях. И вот однажды ей представилась возможность себя проявить ради подруги. И подруга вот такая щедрая сказала: «Проси, что хочешь». Ну, она сказала: «Ты как-то меня ангелом назвала. Ну, крылья мне подари, а то какой ангел без крыльев?» Он так посерьезно говорит: «Что, правда, крылья хочешь?» И это такая на приколе: «Да!» И на следующее утро она просыпается с настоящими крыльями. Но она же не заказывала себе возможность летать. Просто выросли две новые конечности. А вот как уживаться в мире с такими двумя новыми конечностями? В общем-то, об этом роман, соответственно, дальнейший будет. Но на самом деле, это так, легкая, в общем-то, затравка о том, что я вообще делаю. На самом деле я хотел обратить внимание на этот роман по другой причине. Потому что впервые был успешно испытан так называемый проектный подход. То есть это когда, в общем-то, роман не просто вот пишется, а он, в общем-то, некоторым образом связан с реальностью. И я, соответственно, вот вам как коллегам хотел бы предложить точно так же, в общем-то, использовать свои творческие вливания для того, чтобы, в общем-то, более популяризировать ваши результаты ваших трудов. Что это под собой подразумевает? Это то, что в этом романе, например, использована мною же написанная композиция, на мною же написанные стихи и, соответственно, мною же записанные. Вот. Соответственно, когда вы читаете и внезапно доходите до того момента, когда начинается песня, которую можно, в общем-то, скачать и послушать. Соответственно, тем, кто будет читать, уже будет намного интереснее и намного это будет больше захватывать, больше цепляться за реальность, а значит, можно будет очень интересно это дело презентовать. Поэтому берите на вооружение. Если есть желание, то без проблем обращайтесь. Моя студия, как говорится, открыта для всех. Мы пишем все. Мы пишем саундтреки, мы пишем, соответственно, музыку, мы пишем аудиокниги, мы пишем театрализованные аудиокниги, то есть это по ролям разбитые и, соответственно, озвученные хорошими актерами и хорошими чтецами. Вот. Один из последних, в общем-то, один из последних вот творческих изысков – это, соответственно, вот такой альманах, который называется «Кодекс». Это то же самое продолжение, в продолжение рассказа о том, что это творческий подход, в общем-то, это проектный подход, то есть это стихи, это рассказ о песне, и к каждой песне, в общем-то, приложены вот такие живые комиксы. Вот, если мне, соответственно, позволит продемонстрировать экран, то, соответственно, я смогу это даже продемонстрировать на экране. Ну, опция по умолчанию закрыта, поэтому могу только показать вот в таком виде. Соответственно, таким образом издан мною был последний альбом, который, в общем-то, полностью показывает смысл каждой песни через вот такие живые комиксы. Опять-таки, этот творческий подход очень классно работает, то есть это множество медиаматериала, которые вы потом с легкостью можете использовать где угодно. То есть это множество фотографий, это видеоролики, это, соответственно, сами песни, там, или стихи, или все что угодно. Все вот это можно реализовать вот
под таким вот интересным соусом. Если вам интересно, то без проблем как бы обращайтесь. Напоследок, чтобы не занимать много времени, я также по традиции хотел бы вам прочесть стих и перед этим выразить огромную благодарность всем слушателям, огромную благодарность гильдии за предоставленное время и возможности. Ну и стих, который я хотела бы презентовать, называется «Чтобы понять жизнь, не надо быть магом». Прошлое дальше от нас с каждым шагом. Чаще всего мы с оглядкой живем. Чтобы понять жизнь, не надо быть магом. Лишь чаще смотреть, куда мы идем. Прошлое скрыто, даровано время. Чтобы в настоящем дорогой пройти. Чтобы притворить в землю новое семя. Чтоб наши дети достойно росли. Чтоб не страдали друзья и родные, чтоб больше не было в мире войны. Чтобы не сгинуть во мраке сомнений, нужно творить сердцем и идти. Часто непросто, ведь прошлое тянет и не прощает ошибок дурных. Только дела все ошибки исправят, свежего ветра подарит порыв. Ну а с проклятым расстанься достойно, без сожалений и скорби забудь. Хоть тяжело, без сомнения больно в сумерках к свету прокладывать путь. Нет места в будущем темным творением. В будущем свет должен быть и добро. Пусть утопически эти знамения. Я не устану твердить о них все равно. Спасибо вам, друзья, спасибо за внимание. Всем хорошего времени. Спасибо большое, Александр. Предоставить демонстрацию экрана, к сожалению, не могу, потому что по времени мы немножечко ограничены, поэтому просьба еще раз. Мне просто рука не поднимается обрывать, так сказать, людей. Но, пожалуйста, немножечко соблюдайте временной этот, чтобы мы успели все выступить, поболтать. Это было бы, думаю, что здорово. Хорошо. А следующая у нас Юлия. Юлия Ганецкая. Пожалуйста, Юлия. Здравствуйте. Слышно меня? Да, все есть, хорошо. Все прекрасно. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Юлия Ганецкая. Первый раз я на мероприятии такого масштаба. Признаться, очень волнуюсь. Живу я в Японии. Наверное, сама далеко забралась, да? Да. Ну, вообще-то, все мое детство и юность прошла на Дальнем Востоке, так что от Дальнего Востока до Японии, в принципе, недалеко. Ну, от вас, конечно, далековато будет. Вот. На конкурсе я отправила свой роман «Нас война соединила». Роман вышел в июле этого года. Вот такая вот книжечка. Действие книги происходит в России в первой половине 20 века. Герои романа проходят через трагические события столетия, от Первой мировой войны до сталинских репрессий. Главная героиня Анна – девушка из дворянской семьи, хрупкая, нежная, воспитанная любящим отцом в поместье недалеко от Воронежа. С детства она тайно влюблена в Алексея, друга братья. Гражданская война крушит все на своем пути, разводит по разные стороны баррикад братьев и друзей, губит близких. А Ане дает возможность обрести любовь. Хотела изначально зачесть отрывок, но, наверное, скромненько не буду, чтобы не занимать лишнее время и дать возможность выступить всем. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, очень-очень быстро, как сказать, но очень здорово. Очень рада, что у нас и Япония с нами, это действительно такое разнообразие стран. Вот, так что спасибо большое. Вот, но раз передаете микрофончик обратно, то я, наверное, попрошу выйти, как говорится, на эту сцену Наталью Тимофееву. Наталья, пожалуйста. Добрый день всем участникам, рада всех видеть. Первое стихотворение «Атлантида». В эту синь, как пространство, уходит по одному. Раздвигается небо руками вселенского солнца. Ласточки режут теплое утро в дыму, как режут бисквит. Из него проливается стронций и кормит свой выводок лет бесконечностью полураспадов телесном. И по канту всего горизонта распахнут рассвет, а под ним одиночество моря, и лодка белеет над бездной. И считай, что ты в лодке, плывешь 30 лет в никуда. Ной когда-то решился, но был не один на пароме,
обжигает рассвет, и горчащая солью вода, и пульсирует жизнь по артериям в полном объеме. Два парсека до высадки тянет течением плоть к неизведанной цели с одним неизбежным финалом. Две строки, взмах весла. Ты пытаешься хоть оставаться константой сопротивления в малом, а иначе, хотя оступились уже. Не имеют значения теперь облака, почерневшие с виду. По спирали закручен правдиво жестокий сюжет. Тот, в который Платон погрузил Атлантиду. И еще одно стихотворение, поскольку на конкурс я выставила подборку стихов, а также отрывок из поэмы болгарского поэта, то я представляю поэтическое направление. Еще одно стихотворение «Я осень». «Прости, что не разувшись в торопях, простого разрешения не спросивши, вошла. Я осень в парке на сносях, разбрасывая желтых кленов вирши. Я понимаю, ливни ни к чему, когда не без трав и солнцепека, но я уже внутри, в твоем дому. И что мне интонация упрека? Я здесь, бери, читай, дыши, глотай, пиши, ведь это средство от невроза. Я осень, желтых листьев урожай, спасительная болгинская доза. На лавочке в проулке под зонтом, как лихорадка, вспыхну на экране. Зачем пришла, ты сам поймешь потом. Я соль веков твоей душевной ране». Спасибо, это все, передаю микрофон. Спасибо большое, очень здорово, рады были послушать. Ну, в принципе, у нас в чатике все желающие закончили, может быть, еще у кого-то, не знаю, кто-то хочет еще выступить, но потихонечку наша конференция подходит к концу. Вот, это действительно очень здорово, что у нас объединилось столько стран, не знаю, такие разные стихи, разные темы, и это здорово, что вы можете высказаться, действительно приятно послушать, насколько у всех разное видение, разное... как бы подача, это действительно прекрасно, и получаю только истинное удовольствие, как сказать, слушая и видя все это вокруг. Ну, наверное, вроде бы желающих у нас больше не появилось, тогда, наверное, передам такое, скажем, прощальное слово нашему исполнительному директору Тайне Каунис, пожалуйста. Тайна, ваш выход. Да, на самом деле получила большое удовольствие от сегодняшней встречи, и действительно, когда есть возможность вот так вот поделиться, собраться, пообщаться, это здорово, и это вдохновляет не только вас, это вдохновляет и нас, потому что мы понимаем, как много у нас еще перспектив, как много мы еще можем сделать вместе, и мы будем очень рады, если вы будете приглашать друг друга в свои блоги, вести переписку, то есть для меня отдельное удовольствие на самом деле следить за чатом, потому что мы площадка для нетворкинга, помимо того, что мы проводим свои мероприятия, мы всегда рады, когда люди через нас находят возможность делать какие-то совместные проекты. И сами Zoom-встречи, когда они только появились, наверное, самое классное было это именно наблюдать за чатом, где вы делитесь, где вы знакомитесь, общаетесь, делаете какие-то классные вещи. И мы были на самом деле рады видеть каждого из вас. Мы надеемся, что вы продолжите делать этот мир лучше. И возвращаясь к проектам, которые выросли из фестивалей, например, из фестиваля OEBF в Стокгольме вырос отдельный проект, который сейчас, наверное, многие знают, это East-West Вестник. Это отдельный, сейчас уже даже сложно назвать это журналом, это мультимедийная платформа, где люди действительно делятся своим творчеством, но все началось с небольшой группы на Фейсбуке, созданной людьми, которые соскучились друг по другу после того, как они познакомились в Брюсселе. Поэтому мы будем рады видеть вас на очных мероприятиях, очень рекомендуем стараться приезжать. К сожалению, Великобритания до последнего момента была закрыта, и вот только-только начинает отменять карантин и все остальное, но мы надеемся, ждем, что вы сможете присоединиться к нам на других фестивалях. У нас появился новый фестиваль, который будет проходить ежегодно в Боровом в Казахстане. Это «Голоса друзей». Уже первые ласточки у нас прилетели, несмотря на все ограничения, прилетели из Белоруссии, были ребята из России, были ребята из Кыргызстана. Здорово, когда идет такое огромное взаимодействие. Несмотря на то, что это
первый фестиваль. Поэтому мы вас приглашаем на очные мероприятия, мы все равно будем настаивать, что живое общение ничего не заменит, и будем рады, если вы к нам присоединитесь. Вот, в принципе, на этой позитивной ноте у меня все. Приятно читать ваши благодарности. Отдельное спасибо Анне Ларе, которая чудесно все организовала и провела. Большое и огромное спасибо за такую классную работу в течение стольких лет. И будем рады видеть вас и в дальнейшем. Поэтому всем хорошего дня.